Кем я давно не играл. Стрелком. Да, у меня сейчас скилл не тот на стрелка. У меня реакция сейчас занижена. Ну тогда без лучника. Все уже пикнулись. Без лучника? Ну я бы знала, что ты не захочешь лучника. Да я пофиг бы... чё, господи, у нас он все равно тот. Хотя они сейчас соберутся. Из урона нету. Да. Someone called for a superhero. Давай этого возьму. Солью катку. My name is unimportant. You'll remember my name. Ну, там теперь, блядь, никто не дамажит, но до Хракова есть. Ой, вернее, никто не скидывает, но до Хракова есть. Бонусов никаких нет за то, что ты скидываешь, просто как обычно убийство идет, так что. Ну, они нас сейчас скидывали и выигрывали поэтому. Ну, это из-за, да, из-за Синтяни и из-за Меркурия. И Волк тоже мешал. Ну, столько скидываний, блядь, не снимешь. Волк он не особо. И у одного ульта. Так столько скидываний не снимешь, все равно. Фигню там понасобирал, в танк собрался. Маля, мне мешали они. So sharp, I might just cut myself. Какой-то трипет, пацан. Ну ты в принципе сифозный. Ты не знал, что ли? Выйди за линию. Заебись. Нахер рата синие отдали. Сам забрал. Зачем? Буду на скорость атаки. Для меня самое важное. Скорость можно не взять. Нет, защиту стака на атаке использовать. Сам взял. Ну я затупил. Нихера себе ж. В итоге всех припов из моей зоны взял. Такие классные. Только было надо. О, как! Вообще супер. Какая польза. Куда побежал? Мягкое сало.
Умри. Мразь. А как? У меня все скиллы на ПД, как я ее убить? Я в нее автоатаками кидал, если ты не заметил. Ёпки, как дураки. Я не знаю, зачем ты там будешь. Я буду кидать всех. Ну тут сало меня бесит. Потому что я влетел в ее сало. Ты помнишь же, как оно, блядь, дурацкое, какое оно. Блядь, он сквозь миньонов не проходит своим прыжком. Ёбаный. Подбрасывает. Но. Что за херня? Почему он через кухан через него перепрыгивает? Не знаю, я вот что-то ничего из чего не перепрыгиваю такое. Умри уже. Блять. Странный парень. Кого он там хилит? Никого не хилит, он дамажил этого парня с бомбой. Ёп. Он не упал. Блять, ты как не прыгнул там? Ну, держит, не сделаешь. Блять, промазал, сука, кнопку. Они снимают эту хуйню, блядь. Люди. Сколько у них снимало? Я даже не знаю, типом или нет. Разве меня можно будет тебя дамажить? Да. Два снимать. Шо идем? Да почему ты, блядь, не упала? Ты там хилишь-то, блядь. Сука. У них там хель, что ли? Да. Да
блядские станы. Я бы ее скинул, если бы ты ее не отодвинул. Я скинул воду. Молодец. Ну бесит этот сайленс нахуй. Все что угодно, не сайленс только. Зомби. Съебанный. Кто, блядь, там опять на весь экран повесил эту херню? Мне просто не даешь подойти. И мой сайленс никого не бесит. Я не про сайленс, я про эту, про сдачу. Я на Мишу. Проебанный сайленс. Черепашка бы танковала бы. Господи. Сука, ну тыка осталась. Yes, we can.
Поздно мы как. Где они все, я чуть не понял. Блять, ловушка! Ну уж кинул. Меня бесит, нельзя через ловушку пролететь, нельзя, блядь, через сало пролететь. Я же уже лечу с килом. Какого хера? Сразу, блядь, неуязвимость сбежать, правильно. Одно очко осталось. Кто умер? Не знаю, моб умер, наверное. Там же любой. Я думал, за умерших крипов не считают. Тогда имеет смысл быстро убивать крипов. Да. Только они все равно фармят крипов, поэтому как бы. Почему сразу нельзя было нормально? Потому что у нас не было танков. Как не было? Я был всю игру танком. Не и знаю, Соколь... я всю игру танком был. Не знаю, тоже. Вначале было 2-0, блядь, потом 2-3, потом 2-10, блядь. Из-за того, что у нас были танки. Может, у нас просто убийцы были плохие, а не танки? Просто, может, у нас просто танки были имбовые? Давай посмотрим стрим. Кто там был имбовый? Идем покурим. Покурить.